Здравствуйте, меня зовут Хортон Бивисентер. Я являюсь президентом фонда Евразия, а также председателем ГАПО Европейского гуманитарного университета. Я приветствую вас на конференцию «Юридическое образование 21 века. Задачи и стратегии». ЕГУ существует как единственное место, где молодые и талантливые белорусские студенты могут учиться по международному закону, а также по закону Европейского Союза. На сегодняшний день ЕГУ наградил больше 360 дипломов выпускникам юридического факультета. Кроме того, до того, как ЕГУ переехал из Минска в Вильнюс, юридический факультет наградил больше 150 дипломов выпускникам. Изучение закона Европейского Союза важно не только для будущих юристов, как многие из вас, а также очень важно для будущего Беларуси. Я желаю вам успешной конференции и удачи в вашем юридическом будущем. Спасибо.